Most renowned ballerinas and choreographers, Maya Plisetskaya, has died in Germany. The Russian-born dancer was 89 years old. Well, back in Soviet times, Maya's rise to prominence was meteoric. She was dubbed a prodigy in her ballet school, and in her early 20s, she had already become the lead dancer at the Bolshoi Theatre. Her role in Swan Lake was among her most cherished performances. Plisetskaya always said how important it was to connect with the audience. Even when people watch ballet for the first time, they feel if there is a contact between themselves and the dancers. Regardless of what it looks like, if there is no emotional connection, it's best not to dance at all. Well, it was a while before the whole world would get a glimpse at her dancing. The ballerina only went on her first foreign tour in 1959, one which was greeted with huge acclaim. Well, despite that, she never took the public's affection for granted. I never stopped being surprised at how well people treat me. Plisetskaya only retired from the professional stage in her mid-60s, but continued her career as a choreographer, discovering new ballet talents. She was the winner of dozens of Soviet, Russian and international awards and has a ballet dancing contest named after her, the Maya. Для всего мира она была символом советского балета, представляя своим искусством вершину культурных достижений коммунизма. Но вне сцены вся ее жизнь была сложнейшим балансированием между конформизмом и несогласием, восхвалениями и цензурой. Майя Плисецкая родилась в 1925 году. Ее отец руководил добычей угля на Шпицбергене в Арктике. Он был арестован во время сталинских зачисток, а ее мать сослана в трудовой лагерь. Восьмилетнюю Майю в последний момент спасла ее тетя, балерина Большого театра. Она отдала девочку в балетную школу, где та быстро прославилась как исключительно одаренная ученица. Она стремительно стала звездой и к 20 годам уже была примой Большого театра. Ее коронным номером стал танец «Умирающего лебедя», на пределе эмоций, повествующий о жизни и смерти. Люди чувствуют, все люди, если первый раз в жизни пришли, чувствуют, если есть какой-то контакт, есть, видите, или нет. Но ее независимый характер сделал ее мишенью для преследования властей. Председатель КГБ лично запретил ей выезд в заграничные турне. Когда ей, наконец, разрешили выехать за границу в возрасте 34 лет, она быстро завоевала и всемирную славу. Выступления Плисецкой неизменно были в программе визитов глав государств в Москву. Майя Плисецкая была замужем один раз за прославленным композитором Родионом Щедриным. На протяжении многих лет они были звездной парой советской культурной элиты. Люблю его, и все. Это всегда. В отличие от многих советских танцоров, сбежавших за границу, Плисецкая продолжала терпимо относиться к советскому режиму. За это власти позволяли ей свободно гастролировать и преподавать по всему миру. Плисецкая продолжала танцевать до 70-летнего возраста, небывалый рекорд для танцоров-солистов. С падением коммунизма Плисецкая стала тем героем, которым могли в равной степени восхищаться и старые, и новые поколения россиян. Потрясающе совершенно. Я не перестаю удивляться, как изумительно ко мне люди относятся. И отныне, и навсегда ни одной из прим Большого не избежать сравнения с ней.